Всем добрый день! Сегодня очередная распаковка, связанная тоже со светильником, который уже был на моем канале, но под другой торговой маркой. В данном случае торговая марка Andoer. И пришел светильник тут белого, желтого и цвет RGB, красный, зеленый, синий. Тот же самый светильник, но под другим именем. Когда рассматривали светильник Apixel, там я говорил, что выпускает один завод, а раскладывает по разным коробкам с разной комплектацией. В данном случае данный светильник Andoer W140 RGB пришел из Российской Федерации, шел он достаточно долго, там долго отправляли, около 16 дней составило, практически 2 недели. Пришло это все в нормальном состоянии, в сером пакете, как видите, доставляла не Почта России, и соответственно минимум разрушений упаковки, и соответственно живой находится товар внутри. Давайте смотреть, что находится внутри. Как он доехал, хотя я не сомневаюсь, как он доехал. И что из себя представляет светильник. Такой же он, как сейчас вот у вас отображается справа. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Такая упаковка. Здесь вот написано, мануфактура Tomu. Топ, это и магазин такой есть, китайский. Дальше здесь продемонстрированы те же самые характеристики. Температура от 2500 кельвинов до 9000 кельвинов. Дальше аккумулятор 3,7 вольта на 3100 миллиампер часа. HCI Control. И здесь тоже, где это все произведено. Здесь изготовлено, что в Китае. Так, с другой стороны у нас есть характеристики, опять все те же самые, то есть у нас 140 светодиодов, из них белого цвета 49 штук, желтого 49 штук, ну а RGB 42 штучки. CRI 95+, опять температура та же самая, 2500 до 9000 кельвинов. Максимальная мощность 8 ватт, зарядка происходит при помощи кабеля Type-C. И угол светильника 120 градусов. И аккумулятор опять 3,7 вольта, 3100 миллиампер час. Вот такая вот у нас пришла коробка. Давайте вскрывать. Вот что у нас находится внутри. Тот же самый кабель. Как видим, здесь он длина где-то около 80-90 сантиметров. Кабель у нас USB Type-C и USB-A. Зарядного устройства нету для того, чтобы заряжать. Можно воспользоваться стандартной зарядкой для смартфонов. Либо есть у меня на канале зарядка Ugreen, можно ей тоже воспользоваться для того, чтобы зарядить этот светильник. Заряжается около 4 часов. Вот есть вот крепежный элемент. Еще раз повторяю, поставляется разными вариантами. И здесь вот данный крепежный элемент, при помощи которого можно установить на холодный горячий башмак, в зависимости от того, что у вас за устройство, куда вы будете закреплять, это либо риг, либо камера. Соответственно, на риге холодный башмак, на камере это у вас идет горячий башмак для того, чтобы устанавливать фотоспышку. Внутри, кстати, опять находится инструкция. Два типа языков, китайский и английский. Каждый выбирает свой понравившийся и читаемый язык, либо смотрят соответствующие картинки, как комиксы, и дублируют. Либо, если хотите перевести что-то, берем смартфон, переключаем в Google Translate и, наводя камеру, вам все это благополучно переводится. Вот такая вот коробочка. Так, внутри здесь ничего нету, и сам светильник. Светильник такого же качества. Здесь есть резьба 1/4 дюйма, двух сторон можно устанавливать как вертикально данный светильник, так и горизонтально, как и в прошлый раз. Здесь вот есть тоже заглушка для холодного башмака, чтобы закрепить еще один светильник. И здесь вот отображено, во-первых, цветовая температура в виде градусной шкалы от 0 до 3000, от 0 до 360 градусов. Здесь вот, кстати, в отличие от предыдущего варианта продавца,
имя не было, здесь стоит Андуэр, стоит марка данного светильника. Ну и принцип тот же самый, здесь есть USB Type-C для того, чтобы заряжать. Дальше переключение различных режимов, там процентное соотношение, сколько вам нужно. Здесь включение и то же самое переключение режимов. Давайте включим. Ну, вот как видите, он включился, здесь отображается информация, можно уменьшить процент интенсивного свечения от 0 до 100. Демонстрируется зарядка точно так же. Ну и меняются сцены, тоже можно менять. Сейчас он здесь разноцветный строп, дальше просто строп, дальше пульсация, ну и так далее. То есть точно так же 20 режимов, можно их применять для различных сцен, чтобы записывать видеоролики. То же самое свечение. То есть здесь есть теплый, холодный, по отдельности и так далее. То есть вот такой вот светильник. По сути, это клон данного светильника. Изготавливается все на одном заводе. Ну и в результате поставляется различными торговыми марками для того, чтобы реализовать на рынке. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Итак, я вам продемонстрировал возможности светодиодного светильника для видео Andoer W140 RGB, который является клоном от Excel и позволяет осуществлять различные сценарии по записи видео по цветовым решениям. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию, выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.